С середины прошлого века из Старого Бердска перевезено 3386 деревянных домов. По красоте каждый не уступал друг другу. Сегодня ярких свидетелей истории уже не заметишь. Современные многоэтажки спрятали их за своими каменными фасадами. Попробуй отыщи. Конкурс «Деревянные наличники Бердска» стартовал на этой неделе. Скромные и неброские, искусные и яркие наличники старых бердских домов не перестают радовать глаз прохожих. Осталось их мало, поэтому запечатлеть в памяти горожан их необходимо. Отдел культуры объявляет конкурс фотографий «Деревянные наличники Бердска». Один участник может отправить неограниченное количество фотографий. Заявки принимаются на электронный адрес отдела культуры. Количество фотографий не ограничено. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 383 41 2 81 07.